Меня волса Марла Артур Гузлова Штеш. Республика Тува, Тожинский район, Оленевод, Республика Шулун, Ивиши Гиздермен. Истин Амдрал Шталгаус был за тоже уважен легенда и это ин улугем баштарында шутап чоробуз, улугем Енисей башында шутап чоробуз. Жылдын төрт тегиргидесинде эрги көжүп амдырап чыдап жүрөрбүз биз. Оленевод Столжинского района Республики Тыва приехал на международный чемпионат. Занимается оленеводством уже давно. Постоянно кочуют с места на место. В год там даже по 5-6 раз кочуют. А как вас зовут? Артур меня зовут. Артур. Вообще вот в вашем регионе с какими проблемами сталкиваются оленеводы? Кандык берега и трыгларды и чипилер и вишлермин. Ивишлермин. Сейнгодумын билип бурарында ие. Ивишлермин ам берега и трыглары дейрлза. Тайгада амдырап штап чору дейргелі бістерге олза ам кандык. Сутузунча аларбы? Берге шит билетинер ушулду айтырсыңар. Берге шит билетинер палата, все новые и тавалап чыгалат. Сиңам чыдагабыз болсо берге айтырсыңар дейр болсо жогум. Отарсын айысле жандыр баса берге айтырык да жок кой чыта чорубуса жандырам берге айтырыклар дейр болсо баса бар ал айтырыкларны Основные проблемы у оленеводов Толчинского района – это социальные проблемы, потому что оленеводы в основном у нас получают в год один раз субсидию денежную выплату. Не как, вот, например, как у других регионов, у нас просто один раз. Эти денежные средства направляются из федерального бюджета и с надбавкой из республиканского бюджета. Социальные проблемы. И еще у нас 25 февраля был фестиваль оленеводов. В этом мероприятии также был круглый стол вместе с оленеводами. Там наши руководители вот, с правительства, с Министерства сельского хозяйства, оленеводы там озвучили свои проблемы, попытаются нам помочь. Верим и надеемся. А как стоят дела у вас с добывающими компаниями? Есть проблемы, например, сокращение пастбищных угодий, да? Сокращение охотничьих угодий из-за добывающих компаний, которые все захватывают территории кочевий вот, оленеводов. Біздің тожыда ол добывающий компаниялар бұлчан, Лунцин, Голевская, жоғым ивишлерге қандай да дейсті тәлі өндірер әлі әмбі еді, оны айтып тұрады. Ол компаниялар сілерге шаптық тәлі тұрар өзілерінің ол ивилерінің олдар тәлерінге қора тәдіріп тұрады деп айтып тұрады. Біздің әмі ивилерске болса ол амтызын тұп, ол қора едірбе өндірер әмбі сәрам ұрақ. Нашим оленеводам и нашим оленям добывающие компании, ну они же и являются нашими инвесторами, помогают также нашим оленеводам, нашему населению. Это ООО «Лунцин» и Голевская горнорудная компания. Такого значительного вреда пока не наносит. И сейчас очень много говорят про изменение климата, да, про потепление. У вас есть какие-нибудь, вообще вы сами вот чувствуете потепление климата, насколько оно влияет на оленеводческую сферу, на работу оленеводов? Есть такое у вас?
Амгу юэдэ по агаар хойтусу скэлэшгэнээл ивишлээрэгэ он по ивишлээнэм чудап амадраб чурур чээдэмдэ скэлэшгэнээр хар хангдэн соуг бай, чулэг бай дэхт. Цэнгүй чулдада, оғнэндэ чулдада хандэг дүрлонгүй чулдада хандэг. Энэ гонжу скэлэшгэнээр бар бай. Энэ гонжу скэлэшгэнээр амдусында чок бол. Чал бүрэдэ ангэ бурдар. Чал бүрэдэ ангэ бурдар. Хар... Хары бары жоғы чыл бүйді аңғы болды. Чылдан чылда әвейшеп тұрар? Я чылдан чылда әвейшеп тұрар хар. Изменения так-то наблюдаются, оленеводы в основном наблюдают постепенное, вот снежный покров с каждым годом у нас как бы смешается. Не такой большой, как ранние годы. Новые виды растений у вас появились с потеплением, есть такое, да? Новых видов растений у нас тоже нет. Да. Обычно с потеплением же появляются даже новые виды. Слишком прям которые вот раньше вообще не было, и сейчас, ну, таких растений у нас пока не наблюдается. Про Якутию вы, наверное, знаете, наслышаны, наверное, да? И первый раз, да, приехали? Так. Да, в Якутию. Как впечатление ваше? Первое впечатление? Пырдуга, келгэш кайган, тэнгэр, хайбула пэргэрэм хэхуджэр. Агаар бойдус, нэ соу кайган слэр. Пырдуга арнда ламбо агаар бойдус. Сын гайган жүстэгдэр. Бо харын база гайган жүгдэр, бо хары база гайган. Чон? Чону баса көбейдір, чон баса көбей болдыр. Жаңа айстың оның айам бол көрбейінің мәңдеріктір, солындыр. То самое интересное, вот оленевод на что заметил, это в первую очередь, как самолеты переступили на вашу землю, это погода, климат. У нас там начало весны, у нас уже потеплело, а у вас прям зима. Вернулись опять в зиму, удивляются этому. И второе, населению. Тут все приветливые, добрые. Никто так косо не смотрит. Спрашивает, откуда приехали. И третий, ну, весь город красивый. А насколько вот оленеводы у вас, да, пользуются новыми технологиями там? Ивишлер кандыг чаачалар бле ажилдап, ажиглап, өрэнэп ажилдап бүрэн. Дэм, чай, оңмра рация дургамызам, спутниковый телефон, бэсчилер бэлкон тэвэлэп. Ям, амдызын амдыгды спутниковый телефон бла ажилдап тұрарыз. Оңмда снегоход. Буран, снегоход, буран. Сейчас, если раньше наши оленеводы вот между поселением, между районом и оленеводческой стоянкой ну, вот, передвигались на оленях, сейчас они уже на снегоходах туда-сюда ездят, там продукты завозят. Также сейчас они пользуются спутниковыми телефонами, постоянно выходят на связь с родственниками, с родными через штаб, который создан в управлении сельского хозяйства. А солнечные батареи? Солнечные батареи также есть. Да. В прошлом году правительство в честь открытия моста через реку Большой Енисей вручили оленеводам 4 бурана. 4 бурана снегохода. Потом 6 спутников телефонов и палатки. А вот оленеводческие стада у вас как называют? Стадо или бригада? У нас две организации сельскохозяйственные. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Шулун», он является вот оленеводом этой организации. Также есть муниципальное унитарное предприятие, это «Дюген» при администрации Куршуна. А всего оленеводов у нас 45, оленеводческих стоянок около 19. А в этом кооперативе сколько оленей всего? Оленей в СПК «Шулун» у нас 332 поголовья оленей, а в МОП «Дюген» сейчас скажу, 900, ну, около 1000. А молодые идут в оленеводство? Ну, конечно, у нас молодые есть. Тогда, получается, самому молодому... условия жизни оленеводов улучшилось, да? Да, чего? По сравнению с прошлыми годами. А каким образом, например? Ну...
часто поддерживают оленеводов, субсидии хоть и раз в год, но выдают, также увеличили, если раньше на одно условное поголовье выдавали 1500-1200 рублей, сейчас уже на одно поголовье 2236 рублей. А вы сами кем работаете? Я работаю начальником управления сельского хозяйства. Поэтому все вот вместе с ними и все знаю про них. Даже в тайге побывала. А вы прямо с детства, да? Да. Там он развитие. Там и вырос, постоянно в тайге находится. Он как приехал с тайги, сразу на машине до Абакана, с Абакана самолетом и сюда. Прямо оленеводами были, наверное. Да, потомственные оленеводы. Вся семья у них оленеводы. Вот герой сегодняшнего дня.